8 марта – праздник, когда все женщины мира получают цветы. Люберецкие автоледи тоже не остались без внимания. Сотрудники госавтоинспекции и представители общественного совета при полиции провели традиционную акцию, вручили букеты тюльпанов женщинам за рулем. Эмоции обладательниц приятного подарка в нашем следующем сюжете. Вместо жезла – букет цветов, а вместо протокола – поздравительная открытка. Сегодня в поле зрения стражей дорог только представительницы прекрасного пола. Повод праздничный, но напомнить о необходимости соблюдать правила лишним не будет. Держите. Спасибо. Это вам памятка небольшая. Спасибо. Чтобы все было без аварии, все было... Спасибо. Соблюдать правила дорожного движения. Безумно приятно. Я сейчас стояла на светофоре и думаю, мам, смотри, стоят, нужно это. И мы просто улыбаемся, мы всегда улыбаемся, просто улыбались, ехали, потому что уже предпраздничное такое настроение. Да. Но мы сегодня утром выезжали, и я говорила, интересно, а будут ли женщин поздравлять в этом году, как каждый год? Настроение на целый день теперь. Все, мы в шоке. Да. Цветы для автоледи – ежегодная акция, которую проводят накануне Международного женского дня. Ее главная цель – подарить весеннее настроение и еще один повод для улыбки. Представительницы прекрасного пола не ожидали такого сюрприза от сотрудников госавтоинспекции. Реагируют положительно, позитивно, говорят большое спасибо, поздравляют также сотрудниц подмосковной полиции Люберецкой госавтоинспекции с праздником. Хочется пожелать, чтобы они нас радовали своими улыбками, здоровья, семейного благополучия. Самое главное – огромного здоровья. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.